Медальная площадь Сочи на несколько часов станет концертной площадкой. Накануне прошла генеральная репетиция. Музыканты освоились в новых условиях, а технический персонал отстроил звук. Это очень особенная площадка. Здесь хватит места и для музыкантов, и для зрителей. Есть возможность установить большой экран. Тут будет комфортно выступать даже целому симфоническому оркестру. Мы развиваем новую аудиторию в Олимпийском парке, которое такое мероприятие в целом не свойственно для парка. Это дебют у нас. Концерты первой части фестиваля будут проходить сегодня и завтра. Начало в 8 вечера. В сопровождении Сочинского симфонического оркестра выступят известные солисты российских и европейских оперных театров. Музыканты представят итальянскую оперу Пьетро Маскани «Сельская честь». Организаторы считают, что произведение с берегов Адриатического и Средиземного морей как нельзя кстати подойдет для исполнения в городе-курорте. Классикой на центральной площади Олимпийского парка смогут одновременно насладиться около 10 тысяч человек. Вторая часть фестиваля начнется через неделю. Она будет посвящена творчеству Сергея Рахманинова.